значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. У носителей этого имени свой взгляд на мир и своя точка зрения. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Владельца этого имени всю жизнь может кидать из стороны в сторону. Без посторонней помощи они могут так и остаться у разбитого корыта. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.